Меня зовут Анель Текина. Я танцую балет уже 13 лет. И мы сегодня выступали здесь, в Хайфе, гала-концерт. Танцевали «Пламя Париж» и современные танцы. И тоже в прошлой субботе мы были в конкурсе. И я заняла первое место. Третье место занял мальчик Ави Лернер, тоже мой партнер, с номером, который мы танцевали в дуэте. Каким именно? «Пламя Парижа». «Пламя Парижа». Да. А, именно этот номер вы показывали? Да, он танцевал этот номер, а я танцевала «Черного лебедя». С 4,5 лет вы занимаетесь. Расскажите, что за семья, когда вы приехали? Семья. Ну, мы приехали в Израиль, как почти во время Алия Гдола, когда все русские приехали. Откуда? Из Самары. Ну да, из Самары. Моя сестра и брат учились у Нади, и у меня с ними разница 10 лет. Ну и потом Нина Тимофеева, мама Нади, сказала, что у моей сестры есть очень хорошие гены. И попросила еще балерину. Ну, это дало родителям идею. Ну и вот 10 лет спустя я здесь. Меня принесли к Наде. С 4,5 лет я просто у Нади все время. Сначала я танцевала, я приходила на уроки 2 раза в неделю, а сейчас 6 раз в неделю. И перед конкурсом это 7 раз в неделю. Но мы все тут так работаем. Я не одна, мы все пытаемся достичь высшие успехи. И в разных конкурсах тоже Мири Лапидус заняла первое место в еще других конкурсах. И тоже в России мы ехали на конкурс, как это называется? Ballet Beautiful Art. Мы там заняли первые места по ДД. Второе место тоже Мири заняла. И еще многие места. Что ты любишь больше танцевать, классику или модерн? Раньше любила больше модерн, потому что мне это было легче. Но потом я почувствовала, что надо добить тоже классику. Поэтому, ну и сейчас люблю оба равномерно. А вот сколько человек вот на последнем конкурсе участвовало, и как это все было? Ты не переживаешь, не волнуешься? В последнем конкурсе нас было, я думаю, 40 человек из 40 человек. Это со всего Израиля, да? Да, со всего Израиля. Прошло на полуфинал, я думаю, 16 человек. И на финал пошли 10. И из этих 10 были 5 учеников Нади Тимофеева из нашего студии. И это большая честь. Но это было тяжело, потому что полуфинал и финал был в тот же день, поэтому надо было копить силы, но у нас получилось. В общем, я так понимаю, что вся твоя жизнь — это балет. На что еще хватает времени? Вообще-то я учусь в МАФЕТном классе. Я делаю физику, математику, русский сдала тоже, и компьютеры. Ну и мой второй план после того, что я буду танцевать, это стать программистом. Так ты все-таки решила, еще не решила, что ты будешь балет, это все. Это, то есть, часть жизни так, часть да. так? Ну, если что-то случится, если мне надоест, я не уверена, что это случится, но если у меня травма, если я травму получу или Ну и тебе нравится программирование? Да, это тоже. Ну, я тебе желаю успеха во всем. Спасибо большое. И вам спасибо. Мне сейчас.